Всем привет! Хочу обратиться к российским коллегам, так называемым, к лицам из телевизора, к музыкантам, певцам, дрессировщикам, некоторым типа Запашного. Я вот что хочу понять. Я как не открою новости, вы все собираетесь идти воевать. Вы все собираетесь воевать с фашистами и нацистами в Украине. Вы все готовы отдать родине долг. Запашный вот сейчас вот заявил, что собирается, значит, если надо. Сынок Газманова, не хочу обижать, но весьма специфический персонаж, тоже готов идти воевать. Вот Тимати этот, прости Господи, все. Все готовы за Путина, за Родину, все готовы. Если надо. Надо, ребятки, ну вот надо, Херсон сдали. Это же часть России, по вашему мнению, значит, надо. Хули вы ждете? Вы когда собираетесь идти в окопы-то? Вы же должны выступить за вашего любимого Путина, за вашу любимую Россию. Вы все орете, что мы, вот кто уехал, кто высказывается против Путина, предатели. Еще раз хочу вас попросить, ну не морочьте людям голову, не забивайте им мозг всяким дерьмом. Я люблю Россию, но только не надо путать мою родину, Россию, фашистский режим Путина. Пожалуйста. Я никого не предавал. Всем добра.